какой-то момент в моей жизни я увидел, как падает комета. И по традиции попробовал загадать желание. И в этом желании я попросил у Бога возможность путешествовать и в этих путешествиях встречаться с людьми и ситуациями, которые будут развивать меня в сторону понимания тех же законов космоса и моих же внутренних. То есть это желание, оно, как ты видишь, до сих пор сбывается. И я вместе с женой ряд лет, больше чем 10 теперь уже, путешествую, набираюсь вот тех самых ситуаций, в которые входишь одним, а выходишь уже другим. И это всегда расширяет интерес к жизни, побуждает новые какие-то события случаться. И я рад этому направлению. Так жизнь тоже совпала. С самого детства хотелось стать журналистом, работать на телевидении, и так и удалось. Уже в последних классах школы как-то получилось завязаться с Первым каналом Останкино. Я работал ведущим сначала, а потом и редактором, режиссером на программе «До 16 и старше». Потом жизнь резко кардинально поменялась, появились другие увлечения. И когда я оказался в Индии, стало очевидно, что хочется двигаться в этом теперь направлении, изучая те духовные традиции, которые есть. В результате этого увлечения уже появилась необходимость создать место, в которое мы могли бы приглашать других учителей, интересных, понравившихся нам людей. Поэтому пространство и это желание удовлетворило. Появилось место в Гоа, в Индии, где мы с удовольствием принимаем гостей, учим их йоге, приглашаем других интересных мастеров по аюрведе, по астрологии, по женским практикам. Вот несколько лет у нас проходит даже капоэйра. То есть, казалось бы, не совсем духовная практика, однако, если правильное отношение к ней формируется, то любое занятие может приносить пользу для изучения собственного духа. Поэтому в какой-то момент мы решили свой центр назвать именно так – Центр изучения духа или Spirit Research Center. Собственно говоря, вот и сейчас находимся здесь по той же самой линии. Это уже изучение духа. Пытаясь зайти теперь и со стороны микробиотики, со стороны маленьких молекулярных соединений, которые в результате насыщают нас правильной энергией, и она высвобождает другую, которая становится уже ментальной, а через нее и духовной. Я оказался первый раз на разведку, приехал просто посмотреть, что и как. И оказалось, каким-то образом внешнее проявление действительности в Индии, оно не меняется уже столетиями. Очень медленно, очень по чуть-чуть. А вот внутреннее расслабление, которое ты получаешь, когда оказываешься вне всех наших знакомых с детства программ, это расслабление высвобождает гигантскую энергию, поэтому у тебя и настроение преобразовывается, и образ жизни сразу другой становится. Ты предпочитаешь какой-то момент из состояния расслабления не выпадать. Оказывается, жизни можно радоваться, исключительно находясь в состоянии вот такого покоя внутреннего. И, собственно, об этом большая йога нас и учит. Когда выяснилось, что именно йога-то и рассказывает о возможности жить, даже иногда в стрессовых ситуациях, но тем не менее с внутренним ощущением счастья, в покое. И эти техники, которые составляют, собственно говоря, йогу, вполне доступно можно получить и практиковать, и вводить в свою жизнь какие-то новые уровни понимания ее, что ли. И вдруг сознание, если оно в правильную сторону начинает формироваться, оно в какой-то момент подпитывается нужной энергией и то, что называется, расширяется. А что это значит? То есть там мало на самом деле поэзии. Расширенное сознание – это просто когда ты можешь не только свою точку зрения, но и точку другого человека принять в расчет. То есть ты свое сознание можешь расширить еще до кого-то. И если это получается, то у тебя конфликтов в жизни становится гораздо меньше.
внутренний конфликт пропадает от того, что ты становишься скорее наблюдателем этой жизни, чем ее участником. А человек, который наблюдает, это как я в кино пришел. И я же не могу сейчас подсказать сценаристу, в какую сторону ему сдвигать свой сценарий, а режиссеру, соответственно, это все визуализировать. Я просто сижу и получаю удовольствие от того кино, которое и есть моя жизнь. И это все, как оказалось, имеет прямое отношение к йоге. Так получается, что если у тебя ощущение счастья приходит, то правильно организованная твоя психическая энергия от этого понимания счастья передается сразу и в физические органы, они у тебя в правильном ключе начинают двигаться, вовремя отдыхают, вовремя напрягаются, вовремя выводят токсины, которые постоянно получаются в процессе коммуникации разных ферментов, которые мы едим, получаем со слухом, со зрением, улавливаем кожей. То есть все органы чувств, они в этот момент, когда начинают общаться между собой, выделяют как полезную часть, это энергия, которая нас радует, например, или там поддерживает здоровье. А с другой стороны, там всегда есть какая-то побочка, от которой хотелось бы избавиться. И вот когда все эти процессы налажены, и выделительная система хорошо работает у тебя, и воспроизводительная, там, и иммунная, эти вещи перестают отвлекать внимание. Когда ты не отвлекаешься на самочувствие, то у тебя появляется гораздо больше сил и концентрации увлечься чем-то более серьезным и глубоким. Ну и, соответственно, когда у тебя психика, ум и тело хорошо взаимообщаются и передают друг другу достаточно энергии, то, конечно, у тебя в здоровом теле здоровый дух вызывает какое-то дополнительное ощущение себя уже скорее не как тело, а как что-то еще. Вдруг ты понимаешь, что сердечные моменты, они важнее оказываются простых бытовых. И нередко у тебя появляется возможность поступить нелогично для себя и в каких-то смыслах торговать тем, что ты полюбил в этой жизни. А просто уж так получается, что это приносит как раз разные процессы, в том числе экономические, в том числе тот, который может удовлетворить твое тщеславие ученого. И в тот же момент ты можешь быть абсолютно счастливым папой и семейства. То есть ты разносторонне начинаешь проявлять себя в этом мире. А в этом теле ты же еще никогда не был. Поэтому в этом теле надо реализовывать те возможности, которые у тебя, видимо, в этом рождении по твоей судьбе и прописаны. Покой дает ощущение внимания. И во внимании, находясь к тому, что происходит в твоей жизни, ты с удовольствием обнаружишь, что эти вещи давно хотелось иметь. А вот ум, он очень часто тебя отводит от таких серьезных переживаний, занимаясь все время каким-то выживанием, насыщением, поиски удовлетворения. Они занимают львиные силы и львиное время. И когда ты наконец достигаешь их, оказывается, что уже вырос и постарел. Поэтому чем быстрее состояние покоя наступает и радость от каждого дня, ну, тем, видимо, ты более божественен по своей сути становишься. Все меньше человек, все больше душа. Да, в йоге есть постулат, что чем медленнее дышишь, тем ты дольше живешь. То есть на психосоматическом уровне это обозначает, что если ты способен не впадать в зависимость от эмоций, то и дыхание, оно не учащается. Наоборот, расслабление, настоящее расслабление, оно всегда связано с тем, что у тебя спокойное, ровное дыхание, медленное. По этому поводу здесь работает такой принцип: если ты можешь в спокойном состоянии заниматься сложными вещами, то ты не пропустишь момент, если что-то пошло не так. Если вдруг ты под давлением своего эго начал принимать какие-то решения, вступать в странные взаимоотношения
появляются обязательства, и дальше у тебя жизнь, она наполнена отдачей долгов. Вместо того, чтобы двигаться в том направлении, в котором, может быть, Богу и хотелось бы тебя направить, ты занят отдачей того, что сам, собственно, заработал. В этом, наверное, и суть кармической ситуации. У каждого человека свои долги, свои задолженности. Поэтому в тот момент, когда ты отдаешь долги и не зарабатываешь следующие, то судьба, она опять выравнивается, и у тебя появляются интересные люди вокруг, интересные ситуации. Ты не делаешь новое, потому что это обозначает, ты не входишь в раж. Ты беспристрастно можешь оценить собственные поступки. А когда ты анализируешь собственные деяния и стараешься не допускать в свою жизнь таких вещей, за которые потом стыдно, то и, соответственно, нет повода для сильных эмоциональных потрясений, поэтому твоя жизнь немножечко она так выравнивается, успокаивается. Поэтому покой, для того, чтобы его быстрее всего можно было достичь, предполагает состояние медитации, то есть нахождение между ритмом. В йоге это основной постулат, да, что такое медитация. Есть бесконечная череда событий, которые мы называем жизнью. И вот в этой череде событий, в ротации этих событий, есть ситуация, в которой ты можешь оказаться, не поддерживая ни одну программу, то есть между ритмом, в медитации. Была ротация, а ты оказался между. И это состояние абсолютного покоя, где у тебя тело расслаблено, ум расслаблен, а сознание в такой высокой степени сконцентрировано на переживании собственного бытия, что у тебя просто, очевидно, всплывают моменты, где, кому, что сказать, сделать. И это оказывается, как правило, верно. Самый, наверное, действенный способ дольше жить и радостней вспоминать о том, что уже прожито, это действовать, не выходя из состояния покоя, как можно чаще оказываться между этими делами, между программами, и спокойно анализировать. Некоторые программы необходимы, они сберегают энергию. Как сделать кофе, как книжку читать, как вести автомобиль, это же программы, они хорошие. Но если я каждый раз буду тратить время на то, чтобы заново учиться готовить яичницу, то представляешь, как много времени это будет занимать. А с другой стороны, если не увидеть себя со стороны, то колоссальное количество других программ занимает время. Я даже не осознаю, что я реагирую давным-давно, не исходя из действительной ситуации, а потому что меня так научили, потому что это уже привычка, догмы. А любые догмы, они сильно ограничивают. Сознание должно плавно двигаться, относясь к жизни, каждый раз непредвзято. И тогда то же самое, ты не делаешь тех кармических вещей, которые потом занимают большое время в твоей жизни. Ты успеваешь сесть именно в нужный поезд. А если поезд ушел без тебя, то ты не переживаешь по этому поводу, потому что однозначно в жизни нужно было сделать что-то другое. Поэтому ты относишься к любым событиям в своей жизни как к самым лучшим, не обламываясь, не привязываясь. И тогда, если какие-то подарки ты получаешь от жизни, ты им действительно искренне радуешься. А если этих подарков нет, то ты и не расстраиваешься, потому что ты же ничего не ожидал. И в этом, наверное, большой смысл вот этого покоя. Ровно относиться как к наградам, так и к наказаниям. Стараться собственным сердцем оценивать то, что хорошо и плохо. И тогда, в принципе, почему бы и нет, у пространства появляется в тебе заинтересованность.
ты становишься нужным элементом. Занимаемся духовным туризмом. Судьба каждый раз предоставляет возможность узнать о нас, видимо, тем, кому мы должны из прошлых жизней. И приезжают не только кредиторы, но и должники. В какой-то момент мы начинаем друг другу отдавать задолженности, а делимся при этом тем знанием, которое у каждого из нас уже имеется к этому моменту. Мы учим тому, что мы знаем, а нам передают знания людей из других областей. Ну вот это, наверное, сейчас главное в жизни. Преподаю йогу, езжу на семинары, вожу группы по Гималаям, провожу экскурсии по Южному Гоа. То есть так или иначе вся деятельность, она связана с коммуникацией. Друзья друзей определяют очень важное, самое важное вообще в взаимоотношениях. Если у тебя уже люди просто знакомые перешли в разряд близких знакомых, то, скорее всего, их видение людей, оно ну, в чем-то схоже. А это значит, что их друзья, скорее всего, станут нашими. Поэтому сарафанное радио без всякой рекламы приносит именно тех людей, я и говорю, с которыми, скорее всего, и нужно было познакомиться или продолжить наше общение в этих телах. Ну, так оно как-то, наверное, и случается. Друзья друзей приезжают. Абсолютно разные социальные прослойки. Но, тем не менее, общность интересов, что ли, вот это объединяет всех наших гостей. Будда когда-то определил, что все страдания в этом мире, которые у человека появляются, они условно относятся к трем направлениям. Первое направление – это наше желание. Все силы мы тратим на то, что страстно хотим поиметь. И когда достигаем, оказывается, неудовлетворение сильнее, чем радость от того, что ты достиг. Поэтому огромное количество несчастья, оно связано именно с тем, что ты постоянно пытаешься удовлетворить свои желания. Вторая часть неприятности, она как раз от того, что ты избегаешь вещей, которые тебе показались тяжелы или неприятны. Поэтому мир, когда делится на приятное и неприятное, на хочу и не хочу, то ты обречен на состояние не очень счастливое, постоянная борьба. Третья сфера – это то, чего мы не знаем. И в этом мы абсолютно, как дети, поступаем. Не зная, мы можем сломать дерево, причинить ему боль. Не зная, ты можешь оскорбить человека, и даже не заметив этого, дальше как-то жить. А мир справедливости, он будет постоянно посылать ситуации, в которых тебе придется испытать те же самые несчастливые минуты, которые ты дал испытать другому. Поэтому пожелание, оно одно – это избегать в своих действиях мотивации, связанных с удовлетворением страстей, с нежеланием в своей жизни других вещей. И огромная работа должна идти по поводу узнавания тех моментов, которые раньше были не прояснены. Борьба с собственным эго – это абсолютный путь. Именно эго создает желание, именно эго отрицает нахождение в твоей жизни объективных вещей, которые не очень приятны, но тем не менее они же есть. И если ты в правильном ключе двигаешься, то ты перестаешь зависеть от приятного, неприятного, от того, что нравится и не нравится. И стараешься делать то, что считаешь правильным. Поэтому пожелание одно – работать с эго и не привязываться к вещам, которые приятны или неприятны.